Будет такой день, когда Россия, Россия, говорю точно, Россия тоже будет в НАТО. Смотреть в глаза женщинам абсолютно надо. Осторожным быть, конечно, тоже надо быть. Но это вопрос в том, что время идет быстрее, чем мы думаем. Теперь скажу по-французски «savoir vivre». Значит, как это возможно? Ну, ничего. Да-да, я вам скажу, как я заботился, да? Я как?